был слэм. Ой. Не, нужен платный контент делать, чтобы так мы показываем в одежде бесплатно. А есть еще платные, те же приемы, только голыми. И в масле, да, в премиум. Нет, стоит как для бодибилдинга. Да. Стас, скажи, пожалуйста, что такое слэм? Слэм – это умышленное техническое действие, когда вы бьете человека, находящегося в вашем... который находится в гарде на вас. Вы его бьете его голыми. Бьете его об пол умышленно. Ты можешь показать, что такое слэм, и показать, что не является слэмом? Да, можем сделать это в формате POV, point of view. То есть вот ты на меня запрыгнешь с камерой, как в порнухе. Как в порнухе, да. Может, это Федотов лучше сделает? Ну, может, он тебя сломал, Харрис. Паш, можно я на тебя покажу? Почему на Пашке-то? Ну, после я умею пасы. Мне показать, что такое слэм. Слэм? Да. Можно на кафельном полу, да, пожалуйста? На мне лучше всего попасть. Да. Можешь запрыгнуть в гард. Вот когда мы находимся в этом положении, слэм – это умышленное техническое действие, когда я бью своего партнера об пол, не преследуя никакой другой цели. То есть я не пытаюсь, например, раскрыть гард, и Паша меня выводит из равновесия, у меня ноги подкосились, я упал. Это не будет слэм. Слэм – это умышленное действие. То есть это я поднял и ударил об пол. При этом это может быть разгиб в спине, поднял, ударил, вот. А может быть и как лягушка, как будто я спрол делаю. То есть, словно говоря, если я сейчас отброшу ноги и на него упаду, это тоже слэм. Но при этом, если я пытаюсь свой гард раскрыть, а Паша меня раскачивает, выводит из баланса. Раскачиваю. Вот, я пытаюсь раскрыть, он выводит, я упал. Это не слэм, я упал. Он меня раскачивал, я упал, это не слэм. Я не пытался его ударить, я потерял равновесие. Это нормально. И то же самое. Можете нас понадобиться? И вот здесь. Если я, допустим, пытаюсь ноги его раскрыть, да, здесь пытаюсь вылезти с этого положения, и Паша меня раскачивает, и я падаю на него, потому что он меня назад дернул. Это не слэм. Но если я беру и туда прыгаю, или круг вперед делаю, умышленно, чтобы его ударить о пол, вот это будет слэм. Просто. Бывает такая ситуация, когда вы, допустим, пытаетесь человека или с гарда скинуть вот так вот, да, за две ноги берете, вот он еле-еле висит, вы его резко толкаете, и он падает амплитудно, а вы уже, чувствуя, что он падает, вы уже занимаете такую базу, как бы, да, как combat base, да. Соответственно, многие люди думают, что это слэм, потому что вы типа как будто ударили его. Но на самом деле, вы же не били его о пол, вы пытались раскрыть, он начал съезжать. Вы сделали вот это движение, вы его преследуете, вы его не бьете о пол, это не слэм. Слэм – это умышленное техническое действие, направленное на то, чтобы просто ударить человека о пол, поднять и ударить. То есть, условно говоря, это может быть, вы находитесь здесь с человеком. Может, на Пашке покажешь все-таки слэм? Ну, типа, да, вот человек. Ну, просто... да. Ну, это ради науки. Просто можно в последний момент притормозить. Если по земле вы притормозили, а он упал, ударился, это слэм, потому что вы начали это действие. Просто запиши в слово «мода». Саш, ну вот тебе же плевать на людей. Может, сломанешь кого-нибудь? Давай, я сломаю. Иди сюда, хорош. Я покажу слэм. Давай без треугольника. Ладно, хорошо. Можно прыгнуть? Я прыгаю, да. О, блядь. Можешь прижиматься ко мне? Сынок, ну что за бугорок? Я не знаю, я просто как бугорок чувствую, мне не нравится. Короче, классический вариант слэма это... Это... слэм. Нормально, сейсм огромным зафиксировали. Поэтому надо падать, ходите на дзюдо. И всё? Прижимать груди и всё. А еще? Это все? Да. Это и был один слэм? Это был слэм. А еще варианты, что не будет являться слэмом. Но ты не показал на оппоненте просто. Можешь на Федоты просто показать? Стряхнуть? Ну, Лех просил. Федоты показать? Да.
не является слоумо. Бывает такая ситуация, когда вот, человек вот здесь вот висит, вы условно говоря, ну, вы стряхиваете, стоит тут долго, вы чувствуете, что человек вот-вот упадет, да, и вы как бы держите баланс, бывает, что вы чувствуете, что ноги разомкнутся, вы хватаете его либо за две штанины, либо где-то здесь, и вот вы чувствуете, что ноги вот-вот разомкнутся, вы делаете это движение вниз, он падает, вы вот так вот окажетесь, это не слэм, я его не бил в пол, он упал, он раскрыл ноги и упал, он бы так же упал, если бы он раскрыл ноги, я просто за ним последовал, у меня не было удара, ну, громко упал, красиво. Красиво. Это не слэм. И еще один вариант. Тоже напомнишь? Да. Бывает вариант. Я пытаюсь просто, вот то, что я на Пашу показал, пытаюсь раскрыть его ноги, а он меня раскачивает. Чтобы... Я баланс падаю. Это не слэм. Дота переигрывает. Короче, любой амплитудный бросок должен быть выполнен в одном движении. Если вы человека, условно говоря, подняли на мельницу, встали грациозно, с ним походили вот так вот, а потом... Вот так вот его херакнули, это будет слэм. Ну и также, если вас взяли на крусификс, вы поднялись вот так вот. И тоже в пизду. Тоже слэм. Ну, вообще, что касается слэма и прочих технических действий, тут есть такой момент, что рефери – это его видение эпизода. То есть бывает такая ситуация, что вы видите какой-то эпизод, да, происходит. Ну, вот если я, например, стою с одного угла, мне может показаться, что это слэм. С другого угла я смотрю, я понимаю, что это не слэм. Поэтому бывают спорные вопросы, вот, и, собственно, в большинстве случаев, если вы находитесь сбоку от людей, это очень важно для рефери позиционирования. Вот если человек, вот два человека борются, то рефери должен стоять, условно говоря, где-то вот здесь, либо с этой стороны, либо с той, чтобы он видел их здесь. Потому что если он с ним выстраивается в одну линию, он не видит ни гардпул, ни тейкдаун, ни возможный слэм, потому что он видит только спину одного из людей. И позиционирование рефери очень важно. Поэтому в большинстве случаев, если вы правильно себя позиционируете как рефери, вы будете видеть, умышленно ли человек ударил другого человека о пол или нет. В этом как бы и ключ, слэм это или нет. Если вы видите, что один поднял другого и умышленно ударил о пол без какой-либо цели, никакой цели нет, кроме как ударить его о пол, то есть сделать слэм, тогда это слэм. Если он пытался, например, раскрыть гард, потерял баланс и упал, но это не его вина зачастую. Спасибо. Кто-нибудь хочет побыть оппонентом? Ну, больно не будет. Высказался, легче стало. Я просто, блядь, сказал.